Я в Монтрео, в Швейцарии, на фестивале Фредди Меркьюри. В этом году он юбилейный, ну, вернее, 75 лет со дня рождения Фредди Меркьюри отмечаем. Вчера прошел первый день. День был очень яркий, я очень много играл, очень много было людей. Как я сюда попал, это долгая история. Года три назад ребята-организаторы Швейцарии подписались на меня в Инстаграме, потому что я часто играл в Queen, Богемскую рапсодию. Они пригласили меня в прошлом году, я должен был играть. К сожалению, не состоялось. И вот в этом году, буквально за две недели до начала фестиваля, мне позвонили. Вот. Я не думал, что это будет возможно, но... В общем, мне пошли на встречу, сделали специальную визу, и я смог приехать сюда. Конечно, у меня такого опыта еще не было, потому что здесь настоящие фанаты Queen, можно сказать, со всего мира, конечно, в основном из Европы, и, конечно, публику более вовлеченную, более благодарную сложно, наверное, найти. Вчера это, конечно, был просто огонь. Конечно, есть некоторые ограничения. В этом году поскромнее, наверное, проходит этот фестиваль, чем другие годы. Вот. Я в этом году здесь первый раз на подобном фестивале. Играю я порядка, в моем листе порядка 70 песен. Вот, буду играть все 4 дня, достаточно плотный график. Вот, играю даже больше, чем написано в расписании, потому что сложно просто так закончить и уйти, потому что фанаты вокруг танцуют, поют. Это, конечно, прекрасно. Ну и в таком виде, в таком чудесном, красивом месте, погода шикарная, Монтрео, Швейцария, это, конечно, просто сказка.